А YouTube канал Дедовский метод. Здрасте. Что там, кроты служат? А? Жень, а? Кроты служат. Давай, я. Вот стыкуют два шланга, чтобы достать до дальнего колодца. На всякий случай скотчем, чтоб утечек не было. И первая откачка будет идти с переливного колодца. Прокомментируй, Жень, что мы сейчас делаем? Откачка в колодец. Бочка 4-кубовая, 4 куба и вакуумный насос. Вот чем забивается канализация. Жировыми отложениями. Вот сейчас второй основной будем откачивать. Эту обратку дают, чтобы промыть трубу. Там что-то есть еще, Жень. Ходи, я поспешу. Колодец обязательно надо бетонировать, чтобы окружающую среду не портить. И что санэпидемнадзор не наложил штраф. Ну и сам факт культурного использования земли. Все, процедура закончена. Все, работа закончена. Всего заняло где-то минут 40. Все, всем спасибо.